За 11 месяцев на территории Нижегородской области зарегистрирована 491 авария с участием детей. 10 подростков погибли и 545 получили ранения различной степени тяжести. По неосторожности детей произошло 154 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 154 получили ранения. Риск возникновения подобных происшествий с участием детей в зимние каникулы повышается. Свободного времени у них появится очень много. Лыжи, коньки, иные какие-то средства мобильного передвижения, да и просто игры во дворах, на каких-то спортивных площадках будут повлекут то, что дети будут зачастую переходить проезжую часть дороги. Игры во дворе также опасны тем, что во дворах находится проезжая часть дорожных проездов, по ним ездят автомашины. С 20 декабря по 15 января госавтоинспекция будет проводить для детей комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. В рамках зимних каникул юных саровчан ждут акции, флешмобы, конкурсы творческих работ. Также патрули ДПС будут нести службу в местах массового скопления детей. Призываю всех участников дорожного движения быть очень бдительными в период проведения зимних каникул, быть готовым к появлению детей как в установленных местах, на пешеходных переходах, так и во дворовых территориях, пропускать пешеходов, передвигающихся не только традиционно в пешем порядке, но и на средствах индивидуальной мобильности. Одним из приоритетных направлений работы сотрудников ГИБДД станет выявление опасных зимних горок. Саровчан призывают сообщать о горках, съезды которых ведут на проезжую часть. Обращение можно отправить по почте ГИБДД 52@mvd.ru.